Элитная авария на западе Японии. В ДТП столкнулись сразу 14 автомобилей, среди них 8 Феррари, 2 Мерседеса и 1 Ламборгини. По мнению журналистов британского издания Mirror, авария может стать самой дорогостоящей за всю историю. Ущерб оказался настолько серьезным, что восстановить некоторые автомобили уже невозможно. Журналисты не берутся подсчитывать совокупную стоимость разбитых автомобилей, однако сообщают, что один только Феррари 355 модели стоит несколько сотен тысяч евро. Предположительно, водитель одного из Феррари не справился с управлением на мокрой дороге. Водители 10 автомобилей доставлены в больницу, однако системы безопасности машин уберегли своих владельцев от серьезных травм. ДТП приостановило движение на 6 часов. Столько времени потребовалось дорожным службам, чтобы очистить трассу от обломков автомобилей.